Прошло 2 дня, баклажаны взошли. Всем привет, меня зовут Надя, мы на канале «Новичок в огороде». 10 марта мы сеяли на проращивание наши семена баклажанов, но также сеяли в грунт. В емкости до сих пор баклажаны не взошли, они также стоят у меня около батареи. Хочу отметить 2 сорта баклажана, которые взошли самыми первыми. Это Жизель от Русского огорода и Мечта дачника от Гавриш. После того, когда семена прорастут, необходимо нам высадить их в грунт, а то ростками они начнут заплетаться друг от друга. У меня емкости объемом примерно 250 мл. Я буду делать методом перевалки. Сначала у меня будут расти в таком объеме, а позже я уже в пол-литровый стаканчик. Нужно сделать дренажное отверстие. В этом стаканчике дренажных отверстий нет, она только одно. Есть выдвижное дно. Мне удобнее делать перевалку с этого стаканчика вот это. Если вам не хочется, допустим, тратить на это время, вы можете заполнить грунт до половины стаканчика, посеять семечку, а по мере роста баклажана вы только досыпаете грунт. По поводу грунта. В предыдущем видеоролике я рассказывала, каким пользуюсь я и что необходимо добавить, если ваш грунт с огорода бедный и тяжелый. Ну что, приступим. Насыпаем грунт в каждую емкость. Неаккуратно у меня получилось, проще это делать вот так. Ну что, все емкости заполнены, теперь необходимо весь грунт обильно пролить. Мы проливаем водой до того, когда посеяли семечку, а не после, а то потоком воды семечко может уйти на дно, а впоследствии она просто не зайдет. Что еще необходимо сделать? Это, конечно же, пометить, какой сорт где находится. Я помечаю наклейками. Пишу цифру, у меня 19. И клею на стаканчик. Поддон, кстати, обязателен, потому что когда вы начинаете поливать, со стаканчика будет течь вода, либо это будет на подоконнике, либо это на стеллаже. Без них просто никуда. Я однажды выращивала, наверное, первые года и была без поддона. Это очень тяжело. Так, стаканчики мы пометили. Берем семена. Аккуратно, чтобы не сломать корешок, либо стебелек. Все зависит от того, что у вас уже взошлось. Бывает, просто долго продержали в дисках, и там уже начинают листики. Отверстие можно сделать ручкой, можно карандашом, палочкой. Уплотнили. Можно сделать пальцем. Уплотнить для того, чтобы при поливе семечко не ушла на дно. Глубина примерно 0,6-0,7 миллиметров. И берем ту же самую ручку либо палочку и присыпаем грунт плотненько. С боков просто берем грунт и присыпаем.
Что мы делаем далее? Рассаду мы можем поставить уже на свет. Я думаю, в течение суток уже ростки появятся наверху. И температура воздуха будем снижать, когда появляются ростки. Днем 20 градусов, ночью 18. Это, конечно же, идеальные условия для роста баклажан. По мере роста баклажан я буду снимать видеоролик, когда взойдут в этом лоточке, когда буду я переваливать в другие стаканчики. Оставайтесь на канале, подписывайтесь, отправляйте это видео друзьям, знакомым, родственникам. Спасибо за просмотр. Всем пока!